Друзья, всем доброе утро. Готовлю завтрак Рушану. Здесь получается фарш свинина с говядиной. И яйца разбила. Вот, так что погода сегодня нас радует. Я завтракать не буду, потому что у меня до сих пор болит желудок. Не проходит. Ну, обхожусь сейчас без таблеток, не приступами, но все равно у меня ноет. Сегодня суббота. Поликлиники у нас не работают. Вот, записаться не смогу. Ну, посмотрю, схожу, съездим. Конечно, мы сейчас поедем в Павловскую. Заедем уже, спросим. Сейчас до Кристинки поедем. Хотела покраситься сегодня, но думаю, опять по времени не успею. А так уже краситься пора. У меня уже волос весь выгорел. Вот, рыжий стал. Вот, пацаны наелись, там спят вовсю. Сунчас у них. Даже не бегут, не убегают. Я ворота вон открыла. Он будет уезжать, телефон, говорит, забыл. Вот. Поедем в больницу, надо съездить, да, кое-какой материал купить. Суббота, воскресенье, выходной. Как плохо. Ну ладно, в понедельник. Да, в понедельник, когда по-любому, да, сюда надо заехать записаться, да, короче. Сначала сюда записать. Потом, да, она уже в Павловску направит. Да. Да, думаю, опять, наверное, посмотрит. И потом это скажет. А мы приехали посмотреть унитаз. Мы сейчас находимся в Ленинградской. Ездили в Павловску, ничего там не подобрали, не нашли. Вот, приехали в Ленинградскую. Вот что-то у них плитка. Плитка у самих плитка ходуном ходит. Здравствуйте. Выбирай, Кристинка, какой тебе нравится. Выбирай, Кристинка. Что за цены хоть? 8,5, да, обалдеть. Только не бери дорогой. Ну, 3200 такой маленький. Вот 400, смотрите, 4200, 4300, вот 3900. Нужно, чтобы сильно широкий не был. Там места мало. А, вот и моечка. Ты же говорила про маленькую. Что она стоит? 2400. Ой, ну прям совсем. Мотики, пузики. Ну да, здесь руки будут невозможно помыть. Здесь все будет вылито. А, больше. Ну, да, здесь я не поставлю. Угловая. А вот эта угловая. О, 6,5. Она здоровая. Но она с этим. Она большая, она да. Она не войдет. Снежка тоже. А это основка цена указана? Вот раковина. Да, ну да, конечно. Совсем маленькая. Уже какой унитаз взяли, уже на Кристинкином канале, смотрите. Буду показывать. Что-то сегодня погода. Выезжали, тепло было. Сейчас пасмурно. Еще будет кафель выбирать. Казахстан, Кыргызстан закрыты границы. Ё-моё. По всему миру карантин. Да ты чё? Лишь бы мамочку вывезти. Так, сейчас будем выбирать. Что выберем, то выберем. Посмотрите по ценам. А там уже на Кристинкином канале обзорчик сделаем, какой выбрали. Так. Сейчас запишу. На склад надо сходить, выбрать. Что? Так, нет, смотри, набор для оливье, набор для винегрета, набор для сельди под шубой.
покажи, что там есть. Так, он стоит. Он открыто, тем более. 143 рубля. Открыто было, не я открыла. Огурчики, картошечка и морковочка. И все? Да. А колбаска? А колбаску ты уже отдельно покупаешь, горошек отдельно покупаешь, лучок отдельно, майонезик отдельно, все отдельно. Это называется набор тунеядцы. Мы пончики, пончиков набрали. А этот? Продукты. Ты расхотела. Кого? Кого? Лимонный сок, микроволновку. А, да, давай. Ага. Пойдем поищем. Мы сейчас в Магните, в Ленинградской. Как? Лимон один взять, все. Просто лимон взять? Да. И выдавить его. Внутри. А, ну если подойдет, давай. Я как раз с лимончиком чая попью. Да мне надо микроволновку почистить, да, это. А просто лимон возьмем. Подойдете, да, Крис? Нет, просто лимонную кислоту, конечно. А мне лимон, зато я потом чай еще попью. Я тоже насчет лимона не знаю. Я первый раз слышу. Ты сам придумал? Да. Давай возьмем это. Один лимончик. Какой-нибудь вот такой. Ну, пойдет. И лимонную кислоту все-таки поищем. Ой, я кот зарвила. Кристина. Что она какая-то это зеленая. Тележку, чтобы ты покатала. Да, пожалуйста. Молоко надо взять. Ты будешь брать себе молоко? Пойдем. У меня есть молоко. Я думала кефир взять, потому что не могу найти нормально. Вот так вечером. Пойдем посмотрим. Кефир есть. Колбасы. Ой, я уже не хочу колбасы. Я не знаю, что мне теперь можно. Суп, супер. Вон курицу набрали, где же там вот курица, там еще курица. Какую кашку? Сухарики, кашку. Вот смотри, кефир. Или ты хочешь такой? А вот возьми, смотри. Я брала его, кстати. Да, давай только возьми. Неплохой. Строк только посмотри у него. Ванский молочный. Я не люблю, не жидкий там совсем. Угу. Я брала этот кефир. Так. 3 дня осталось, 2 дня. Но я его выпью за 2 дня. Угу. Че, все? Я хочу еще лимонная найти... Кислота. А, да, пойдем лимонную кислоту найдем. Мак? Я взяла булочки печи, я взяла мак, у меня есть дома. Вкусный, но сладкий. Вообще на улице холодно. А ты что без куртки? Вот она. Что за манера снимать мне, когда я... Мы делаем мукбанг в машине. Сейчас буду свой... Да, дай мне там этот. Кого? Вот этот. Где-то здесь салфетки были. А, Рушан, он что выбрал? Вот мы по пончику, а Рушан. Пить хочу, если. Что-то мы выезжали, солнышко такое было. А сейчас что-то у нас это... Это весна, обвинчивая холодами. Потому да, обещают минус. Потому mm-hmm. что вот портится погода. Mm-hmm. Завтрашнего дня уже все никакого тебе, небо голубое. Можно потолок какой-то голубой цвет покрасить. И будет небо голубое, да? Всегда, да. Это точно. Так что у кого какая погода, пишите. Интересно. У кого уже весна, а у кого еще зима. Угу. А мы тут увидели картошку. Смотри, пускай бабулька пройдет. Вот, а мы вон... Тут мы в Ленинградской еще до сих пор. Еще знаю, что станица Ленинградская. Так, галу мы брали, надо другую еще попробовать сорт. Так, это какой? Картофель? Пикассо, я знаю, вкусная картошка. Здесь бывает такая, нет? Вот как ты сюда могла припарковаться, чтобы тебе чтобы не видно? Королева есть, смотрю, американка есть и лимонка есть. Анна Королева. Американка и лимонка. Угу. Мне кажется, американка симпатичная. А это просто крыса. Лимонка. Да, только с сетками. Че, Рушан, решил мне окно открыть? Что, тебя слышно было? Очень вкусная картошка. А какая самая вкусная? Краснодарская картошка. Да. А это вот американка, она что, красная? Да, она красная, а внутри...
оттенок кремового. Нет, такую я не люблю. Обычную? Обычную рушь, да. Это желтая. Такая, чтобы сильно была такая рассыпчатая. Она не разваривается? Она разваривается. Это имеет хорошо. Рыба будет, а чисто розовая, она больше на жар. Только в крем. Блин, не знаешь, что брать. От 30 до 35. Ты тогда можешь розовую, чтобы она не разваривалась? Ну, я говорю, может, тогда только розовую будем брать? А? Розовую, чтоб которая... На жарку которая? Да. Я тоже думаю, на жарку лучше. Угу. А мы гала взяли. Тушать сам правильно. Может, я не знаю, нет, белая. Ну, одна, две, три попадется. Но вот этого ж никто не застрахован. Да, она почти прорушена. Он же на посадке. А вот это что за мешок? Лучше вот это вот возьмите, королеву. Да ну это, она разваривается, не посмотреть часто. А вот эта сетка, что, не полная? Да, половина. Давай вот такую половину. Давай. А потом еще другой сорт какой-нибудь. Только главное, хорошо, что я видео записываю, а потом сама хоть делаю это. Как ты не запомнишь, да. Так, это какой сорт? Это американка. Это американка. Ага. 180 рублей. 12 ага. 180 рублей? А у меня, представляешь, сумочка открыта. Я, видать, все деньги потеряла. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, мой муж, подожди, что-то здесь у меня. Вот, на. А мельче есть? Вот, смотри, 150. О, 50. Там есть? Нету? Нет? Ничего. А нет, рушаночек нету. Кристинка приехала, тут она говорит, сухари надо. Сухари надо запасаться. Ладно, скоро будут пустые. Шучу, у меня это супчик. Да, я покажу, что мы купили. Хлеб взяли. Так, подожди, стоп, Кристинка, это твой... Это твой пакет. А почему хлеб там у меня? Мне не должно быть там хлеба. Ладно, Кристинка на пакет, короче. Притащили. А я думаю, что он такой легкий, а? Так, мы себе взяли, только получается гречку и рис. Рис мы берем в магните, в таких вот упаковках, он недорогой. Вот у меня здесь, вот он еще есть. Я его просто пересыпаю. Да, совершенно нормальный. Но я не скажу, что прям хороший, но нормальный. Это просто очень сложно выбрать рис. Я в итоге нашла, и то партию в пятерке взяла. Ну, вкусный, понравился, мне прям так просыпчатый. Сейчас даже сейчас замещение. Просто гречку туда положил. Это перепутал, так и синкин пакет. Что? Еще для гречки бы такой контейнер я бы приобрела. У меня есть, но он занят. Ну, я поняла. Нашла тебя. У меня он тоже, видишь, есть. Но он стоит, он тоже занят. Все, контейнер полный. Вот такие высокие хорошо контейнеры. Спасибо. Вот все. Отправляется вот сюда. Все. Так, теперь точно покажу, что купили мы. Так, три паштета. Подожди, стой. А если вам все-таки интересно, что было в том пакете, то это вам нужно зайти ко мне на канал. Да, да, да. Переходите на канал. Сайру взяла. Это на уху. Мы любим уху. Консервы. Это на супчик я беру макси. А говорят, самая вкусная уха это из головы рыбы. Может быть. Ну,
Так, а тут получается все, что ли? Курицу, что-то столько брали, не пойму. Ну и все, получается, здесь картошка у нас. И лимон. А ты прям уже разбежала, думаю, сейчас чеснок попробую. Ну все, там морковь получается, свекла, картошка. Так, ну и все, получается. Воду взяли. Салат, да. Хочу борщ. А тебе сейчас чесночок не обязательно. Да, немножко, совсем немного можно. Я только что в темноте отсвечает. Вот видишь, даже смотри, Патрик лежит. Рошан мешает, он хвост помили. А ты видела, куры точно столпились, у него голосование какое-то. У кого? И вправду, чего они там стоят? У Патрика, смотри, хвост не переставая работает. Ну падает, блин, ну вообще рептит же у вас. Чудо. Чудо наше любимое. По пятам, за Рушаном. Чудо, чудо. Все, отправляем уже, достаточно. Ну, сейчас дорежу. Ты какой сегодня будешь суп готовить? Куриный бульончик с лапшичкой. С лапшой? Я тут, ты же говорила, то, что ты хочешь... Гороховый? Да. В следующий раз гороховый. А, я тоже буду сегодня с лапшой готовить. Сейчас курицу Ира раздербаню. Я все. Тоже, и там как раз хватит раза три супчик сварить, и грудка останется, можно потом потушить с рисом, допустим. Закидай. Или с картошечкой. Эй, ты научила сама ветка? Да. Ох, тут пламя, пламя даже. Если тут ничего. Блин, нас не пропускают. Что за дела? Что за это? Ага. Блокпост. А грязные какие, да? Давайте. Это вот когда у них нету воды, видишь, чтобы им купаться. Ага. Вот такие они грязные, а так они же реально белоснежные. Всем добрый вечер. У нас уже стемнело. Вот у нас ужин сегодня. Чё? А это только с сухарями или хлеб тоже будет? Ну хочешь, хлеб возьми себе. Так, фокусировка наша. Вот такой вот у нас сегодня бульончик куриный. С вермишелью, с мяской, морковочка и лук. Никакой зажарки, ничего. Крупно морковь порезала и лук крупно целый бросила в бульон для вкуса. Вот, а на вечер попозже здесь я тесто поставила. Буду пирожки в духовке делать. Это получается с капустой и лук и яйцо. Ну, попозже уже включусь. Уже покажу, какие пирожки у меня получились. Только главное, только вот смазывать, да, пирожки, вот, чтобы яйцо у меня нету. Под вечер, вот когда уже темнеет, курни несутся, да? Нет, они спят. Понятно. Но там же свет, Руш. Нет, там свет. Все равно спят. Да. Ты что, выключаешь им свет? Я выключил всем свет. А-а-а. Провод забрал оттуда. А, ну понятно. Ну ладно. Будем кушать. Всем приятного аппетита. Тогда буду масло, наверное, смазывать. Ну, разберемся. Ну, вот такие пирожки. Сейчас по одному пирожку. Заточим, как Рушан любит говорить. И пойдем в ограду. Надо бы там порядок навести, прибраться. Спать еще рановато. Время 9. Там часа прям? Не, да. Чуть-чуть. Раз. Кто-то нам говорил, что Рушан меня не любит. Видите, как ухаживает за мной? Да, все. Ты же сказал, от сахара отказал. Это ты сказал. Это я сказала, что ты отказался? Да. Так, будем пробовать. Я маслицем их смазала. А ты знаешь, какие здесь мои, а какие твои? Ну, я буду разламывать, да и все, смотреть. Ладно, это ты, а я? Ну, ты тоже, если попадется капуста, давай мне. Давай, ты первый начинай, разламывай его. Я думаю. Ох, с яйцом. А ты разломи, покажи нам. Я хочу тесто посмотреть. Горячий, да? Он только с духовки. Ой, хороший.
Вот такой пирожок. Красивый. Теперь мне найти капустку. А ты найдешь мне капустку? Да. Ну, разломай. О, точно видно сразу. Капуста, да? Да. Всегда было интересно, почему хватается за уши. Ну, всегда интересно, если хватается. Тебе помогает? Да. Но уши всегда холодные. Так что всем приятного аппетита. Уши холодные, пальцы жирные. Да-да-да. Нам уже кружки пора менять. Скоро лето, мы все с новогодними кружками. Ничего страшного. Не, надо, надо, Руш. Вкусный чай.